друзья! Сегодня я покажу вам закулисье нашего театра на борту круизного лайнера MSC Mirabilia. Покажу вам нашу гримерную, где мы переодеваемся во время шоу, немного рабочего процесса, а также немного фрагментов из шоу. Почему немного? Потому что не хочу получить бан за авторские права. И сегодня вечером у нас 3 рок-шоу по 45 минут. Между шоу перерыв тоже 45 минут. Ксюха готовится к шоу. Я готовлюсь к шоу. Какое шоу у нас сегодня? Борт-рок. Я же сегодня с распущенной. Накрутила Дуняку, а за ней все матросы. Понятно? Кос не вижу что-то. Сейчас будет. Это наша гримерка. Вон, Ника пришла, привет. Привет. Так, эту сторону уже можно... Вокалисты собираются. Да, все, рабочая сторона снята. Так, это наши костюмы. Вот эта зона, это все мои костюмы для шоу разных, для 4 шоу здесь. Это костюмы ребят, тоже вокалистов, танцоры здесь. Hola, Igor. Hi, Igor. Привет. О, привет. Мужики, привет. А ты че с камеры? А что, нельзя что ли? Я не понял. В чем подвох? Ни в чем, дайте я на ваши лица посмотрю, а то в кинозе. Лица наши. Хорошо. Димон, повернись сюда. Так, Джани пианист, как всегда. Да, да, но я могу быть кем угодно. Но я могу быть кем угодно. Да. Это наш прикол. Да. Джани все еще пианист. Да. Пианист и кей-артист. Димон техник, саунд технишн, да? Кто? Димон, ты саунд технишн? Кто? Ты? Я сам себе технишн. Я понял. Начо. Hola. Buongiorno. Hey, how are you? Good. Это рабочая зона Димона. Следит за шоу, за звуком, все как полагается. Так, это мои ушные мониторы. Беру. Как ты это понял? А еще тебе там надо расписаться. Ты пропустил звуки. Ага, да, успею еще. Это наши танцоры. Разминаются с телефонами. Валера, привет. Готовимся к шоу. Джоди, привет. Привет, Джоди. Это мой лифчик для ушных мониторов. Вот так вот вставляется сюда, в этот кармашек. И одевается этот лифчик на плечи. Сама база у меня за спиной висит. А что ты снимаешь? Ника, покажись. Не-не-не. Да ладно тебе. Так, стоп. Вот так. Она такая. Ксюха. Я еще снимаю. Снимаюсь. Наводят марафет. That's cheating. It's not our own hair. Рабочий процесс. Наводим порядки. Внешние. Вот так выглядит мой лифчик для ушных мониторов. Лифчик. А это я готов к Элвису. И уже не видно моего лифчика. Бюстгальтера. Так, квакушки. А у девушек, выросли, у меня... а у девушек выросли волосы, между прочим. Да. Джани, сыграй что-нибудь. Привет. Wise men say only fools rush in. Давай, покажи нам свой пипетр. Пипетр. Вот это пипетр обалденный за 1500 евро. Планшет крутой. Профессионалы здесь. Все должно соответствовать. Согласен. И к выгоду, уровню, да. Наушники, там бодипак, все должно соответственно. Качественно. Согласен, быть. Согласен. Рабочая зона Джани Бека. Сам Джани Бек. Да.
А еще облокачивающая зона для всех зевак, которые стоят обычно да, здесь. Да, да, да. Здесь все лапают этот рояль. Кармине, привет! Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Oh, español. Buonasera. Grande, Carmen. Чао, Микеле. Первое шоу сделали. Между шоу бежим с Джани в буфет. На перекус. Чайку попить, фруктов поесть. Прибежали в буфет. Это моя тарелка. Джани по-серьезному присел. В рот тебе заглядывать не будем. С другой стороны сниму. Микеле, привет. Что-нибудь на русском языке? Привет. Tell me something in Russian. I will say... Товарищ, good luck. Удачи, товарищ, удачи. Товарищ, удачи. Ха-ха, класс. На здоровье, товарищ. Класс. Джани Бек. Да. Ты узбек? А. Нет. Я азербайджанец. Окей. Да. Скажи что-нибудь на русском. На русском? Ну, что сказать на русском? Я и так на русском все говорю. Вон там есть марокканец, попроси его поговорить по-русски. Он очень смешно говорит. Добрая ночь. Добрая ночь. Доброй ночи. Доброй ночи. Окей, шоу начинается. Are you ready? No. Something in Russian. Tell me something in Russian. Привет. Спасибо. Что? Сесю. Ну. Пиздец. А ты знаешь что-нибудь на русском? Легко. Пойду потанцую. Вот так вот.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Drinking your can all over the place. We will rock you. We will rock you. Show must go on. Это было заключительное шоу на сегодня. Всем пока. Final countdown! До встречи. Пока. Ребята, Ой, извините, пока. Я уже We don't know her.